сегодня приехала в Адлер посмотреть, что же он собой представляет в конце декабря. И представляете, люди на набережной, на пляже играют в волейбол, пляжный волейбол. Время около 5 часов вечера. Тут еще на набережной вот такие вот велосипеды, самокаты. Они пристегнуты, но можно арендовать. И представляете, море немножко волнуется, но столько народу я прямо не ожидала увидеть. На пляже в конце декабря. Вот она, набережная, звучит музыка. Люди гуляют. И все вокруг зелено. Просто вообще красота.